Даниил Квят, ваши аплодисменты и овации. Команды России по кёрлингу, Тим Сидорова, вот эти прекрасные дамы, друзья, давайте я вас с ними познакомлю. Представители иностранной прессы, Sky, здесь у нас, давайте выходите скорее сюда, знакомьтесь со своей командой. Спасибо. More power. Какое впечатление от первого броска? Хорошее. Ужасное. Давайте Активнее. Даня, активнее. Отличный бросок. До дома чуть не доехал, но поставил защитника, гарда. И вес чуть многовато, поэтому... у команды желтых, но напоминаю вам, что еще не последнего броска, это значит, что отличный бросок, да. Друзья, отличный бросок, никто не пошел с головой, да? Значит, со счетом 1-0 в этом сезоне и в этой игре выиграла команда Даниила Квята. Приветствую и, во-первых, с днем рождения. Как планируешь праздновать? Спасибо. Вот праздную в самом разгаре празднования. Думаю, сегодня вечером, во-первых, у меня будет презентация книги, которую бы мне написал, в моей молодежной карьере написал Олег Карпов, поэтому думаю, это уже будет очень интересный вечер. Затем мы просто поужинаем в узком кругу семьи, с моей девушкой, и все. А какие впечатления от сегодняшней игры в кёрлинг с прекрасной сборной России? Очень положительные, очень понравилось. Как я предполагал, в любом виде спорта очень много тонкостей, и кёрлинг один из них, и пришлось всему учиться на лету. Я только вошел во вкус, и мы уже закончили. Как думаешь, какие качества здесь нужны для победы? Я думаю, не знаю, уместно было бы сравнивать с гольфом. Эту игру нужна, по-моему, рука, которая не дрожит, и важно отпустить в правильном ракурсе, под правильным углом, с правильным вращением, очень много тонкостей. Нравится ли тебе эта традиция? Уже третий год подряд в Сочи перед этапом проходит мероприятие на льду. Как ты относишься? Да, мне очень нравится. Все-таки Россия — это страна, так скажем, где ледовые виды спорта очень, очень развиты, и я думаю, это уже стало традицией приезжать в среду в Сочи и участвовать в ледовых видах спорта. В следующем году не знаю даже, что мы придумаем. А является ли для тебя сочинский этап особенно дорогим, если да, то почему? Естественно, да. Много интервью, много журналистов хотят узнать чуть меня поближе, потому что все-таки этот спорт еще развивает популярность в России. Thank you. You know, it's kind of a working day here for me with some PR. We played some curling, which was very nice, and there will be a book presentation about my junior career, and it's going to be very nice. And then just an easy early dinner with the family and girlfriend, and that's it. Then off to bed. Tomorrow is a proper working day.
What is your impression about today's game with the Russian curling team? I really liked it a lot. It was very cool. Like any other sport, it has a lot of details and interesting nuances. So very nice, enjoyable. How do you like the tradition of events on ice in Sochi right before the Russian Grand Prix? I like it very much because here we have a fantastic facilities for winter sport in Russia. So it's kind of a bit logical, but yeah, very nice. I hope to continue this transition soon. Is the Russian Grand Prix special for you? Do you feel extra responsibility? I really like Russian Grand Prix. It's a special one for me, and I just enjoy it like any other race, and even a bit more because I have so much home support here. Thank you. What are expectations about the Russian race? We'll try to do our best possible this weekend, trying to set up the car as good as we can, as always. And like any other race, we'll try to score good points.